Всем привет! Вы на спортивном канале Play Sport. Я для вас подготовила интересную подборку с чемпионата, проходившей в Канаде. Поговорим о такой знаменитой спортсменке, как Ингрид Оливьера. Ну что, поехали? Ингрид Оливьера, бразильская спортсменка-дайвер. Она участвовала в прыжках с 10-метровой вышки, индивидуальных и синхронных соревнованиях на панамериканских играх 2015 года. И на чемпионате мира 2015 года и выиграла Оливьера серебряную медаль в синхронных соревнованиях на панамериканских играх. А сейчас давайте мы с вами возвращаемся к чемпионату, который будем рассматривать сегодня, проходивший в Канаде. Оливьера готовится к прыжку с 10-метровой вышки, выполняет задние стойки, два винта с 2,5 оборота в положение, сложившись. Вот это винтовой прыжок. Браво, Оливьера! Ну, роскошно, очень чисто. Техника у нее потрясающая. Чисто выполнены винты. Прекрасные обороты, конечно, Ингрид получает высокие баллы от судей, выставляют ей 9-0, 9-0, 9-0 и 9-0. Общий балл за первый прыжок получает она 80 баллов ровно. Поздравляем ее с прекрасным результатом. Второй раунд. По коэффициенту сложности этого прыжка 3,2. Винтовой прыжок нужно отметить. Выполнять будет свою прекрасную стойку на руках и 1,5 винта вперед. У Эльвиры это всегда очень впечатляюще выглядит. Давай, Ингрид, зажги, мы все за тебя будем болеть. Умница, все чисто, аккуратненько выполнила. Очень талантливый дайвер. За ней наблюдать, ну, просто одно наслаждение. По прыжку хороший толчок был у нее, винты выполнены чисто. Погашенный вход в воду очень важен. Все смогла забрать с собой брызги, погасила их. За этот прыжок получает от судей 75,20. Это очень хороший результат. Очень хорошо идет на этом чемпионате. Давайте пожелаем Ингрид удачи. А сейчас мы с вами будем наслаждаться третьим раундом. Коэффициент сложности этого прыжка 2,8. Чуть легче прыжок. Как мы видим, в прекрасном настроении находится Ингрид. Настраивается на прыжок. Выполнять будет задние стойки, 3 оборота назад в положении группировка. Упражнение великолепное само по себе, интересно за ним наблюдать. Так, очень хороший толчок, прекрасная группировка, но очень жаль, что был вход очень грязно, образовало очень много брызг, не смогла их загасить и забрать их с собой под воду. Немного, конечно, сейчас мы видим расстроена Оливьера, что-то объясняет своему тренеру, понимает, что какие свои допустила ошибки. Ты большая молодец, ну просто одно наслаждение. В четвертом раунде нужно будет выполнить передние стойки 3,5 оборота вперед в положение сложившись. Сложность этого прыжка 3,0. Достаточно такой сложный элемент, как здесь мы видим. Ингрид очень мощная, амплитудная девушка. Так, набрала она хорошую довольно скорость, на отскоке все получилось, обороты на таком высоком, конечно, уровне было все прокручено, выполнила,
Но, как мы видим, был, конечно, небольшой недоход при входе в воду. Образовало просто огромное количество брызг при входе. Конечно, молодец, смогла их потом с собой все забрать, погасить. Но все равно что-то не ладится у Ингрид в этом чемпионате с входом в воду. Видим, что очень недовольна она этим. Сейчас старается получить какой-то совет у тренера. По оценке за прыжок получает от судей 67,50 балл. Так держать, молодец, еще осталось чуть-чуть до победы. В последнем раунде нужно собраться, взять себя в руки. Ингрид явно претендент на победу. Прыжок сложности сейчас 3,2. Выполнять будет задние стойки 2,5 оборота назад, положение пике. Ингрид, конечно, спортсмен уже очень опытный, все-таки чемпионка Европы, основной спортсмен сборной, и, конечно, ей ошибаться просто нельзя. Этот прыжок сразил меня просто на повал. Техника потрясающая. Посмотрите, насколько чисто сейчас выполнила элементы. Большая молодец Ривьера. По оценке за прыжок выставляет судьи ей 72 балла. Она становится победительницей этого чемпионата. Давайте, дорогие друзья и зрители, ее с этим поздравим. Она это заслужила. Я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее мое видео. И всем пока!